Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Сейчас вам покажу, как на часах Mibra Air можно установить пользовательский циферблат. Заходим с вами в приложение Mibra Fit. Так, у нас циферблат сейчас. Далее нажимаем пользовательский циферблат. Выбираем задний фон. Пускай у нас задний фон будет вот такой. Нажимаем применить. Нажимаем обрезать. Можем выбрать стиль циферблата и выбрать положение. Нажимаем установка. И сейчас у нас установится наш новый циферблат. Как видите, наш циферблат изменился. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!